Draga djeco, pozivam vas da u svemu budete primjer drugima. Prizivaju vas va svem biti primjerom drugim, особенно в молитве и свидетельствовании. Дорогие дети, я не могу без вас помочь этому миру. Я хочу, чтобы во всем соработничали со мною, даже в самых малых вещах. Поэтому, дорогие дети, старайтесь, чтобы ваша молитва была от сердца и чтобы вы все полностью предались мне. Так я смогу вас учить и вести на этом пути, который я начала с вами. Riječi su ovo Marije, kraljice mira. Это слова Марии, царицы мира, которыми она нас призывает на путь обращения и свидетельствования. Пока еще статуя проходит среди нас, откроем свои сердца ее призыву. Позволим ей наставлять нас, чтобы мы могли следовать ее путем. Она нам его сейчас указывает. Это путь, который ведет к ее Сыну Иисусу Христу, нашему Спасителю. Marija nas uči kako treba krenuti od onih malih stvari. Marija uči nas što nužno načinati s malova, s povsednjevnoj žizni, sobstvenova srca. Kada srce otkrojica jej i Božej ljubvi, takda vazmožno savršati peremjenu i dalje vakrug. Ali potrebno je... Sperva nužno obratiti svoje srce, себя полностью предать Богу и нашей Небесной Матери. Посмотри,
как статуа Богородицы проходит среди нас в этой процессии. Мария посреди нас. Она проходит посреди нас и своим материнским сердцем нас касается и связывает в одно большое сердце. Ее сердце, в котором мы можем победить и принести этому миру мир, который так нужен этому миру, и мир, который так нужен каждому из нас. Допустимо стога Марії, да нас. Поэтому позволим Марии направлять нас, чтобы она указывала нам путь. Она уже столько времени здесь с нами и непрестанно нас призывает начать свой путь обращения и посвящения ее сыну. Поэтому сделаем свое сердце простым, послушным и готовым, таким же, как сердце Марии, чтобы мы могли Богу в каждый момент сказать «Да будет мне», чтобы мы могли, подобно Марии, принять все, что Бог полагает пред нами, и тем самым Его имя нести в этом мире. Препустимо се Марии своим своим бити. Предадим себя Марии всем своим существом. Мы не можем ждать некого благоприятного времени или места. Сейчас время и место совершенно отдать себя Марии, которая нас приведет к Господу. Через Марию к Иисусу. Открой поэтому свое сердце, убери из него все то, что засоряет и что препятствует тому, чтобы в нем поселилась Божья любовь. Открой сердце и даруй себя всецело Господу. Пойди и ты своим сердцем за Марией к Иисусу и поклонись Ему, всем своим существом. Скажи в своем сердце, вот я, смиренный служитель, отдаю себя тебе, Матерь, в распоряжение. Учи меня и веди к своему Сыну Иисусу. Oh.
Danas vas sve pozivam da se odlučite na svetost. Nek vam dječice uvijek u vašim mislima i u svakoj situaciji bude svetost na prvom mjestu. Сегодня я всех вас призываю решиться и избрать святость. Пусть у вас, детки, всегда в ваших мыслях и во всякой ситуации будет святость на первом месте, в труде и в разговорах. Так вы ее сделаете практикой. Мало-помалу, шаг за шагом, войдут в вашу семью молитва и решение избрать святость. У своей педагогии, своей педагогике Богородица всегда исходит от малого и скромного и ведет к большему, вечному. Чукорье – извор милости. Чукорье – источник благодати. И все люди, каждый в отдельности, сосуды, переносящие дары. Господь, путь Богородицы – это, по сути, библейский путь. Из Библии мы знаем, что Бог всегда идет от малого и незнатного. Ти, Бетлехеме, земля Юдина. И ти, Нипошто земля Юдина, ничем не меньше воеводств Юдиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой Израиля. Бог избирает маленький израильский народ, Бетлехем, незнатную рабу Марию, слабых апостолов, горчичное зерно, маленькую гостью. Самое делает Мария в Меджугорье. Она является тогда маленькому сыну. Слания передают сиро детей. У свою школу. В свою школу она призывает обычных людей. И учи нас. Учит нас. Что и мы всегда и во всем должны исходить от малого.
Gospa, nas malene, za nas malih izberat sebe v saraputniki. Želim da u svemu хочу, чтобы вы во всем заработничали со мною, даже в самих малих вещах. Иако можно понекад помислить, хотя можно иногда подумать, что другие более способны, чем мы, и да и оно, что чиним безвредно, делаем, не имеет ценности, подход потпуно друг, совершенно другой. Знам, дорога дьецо, да можете, а не желите за то, что се осјећате малима и понизнима у овим стварима. Знаю, дорогие дети, что вы можете, хотите, потому что чувствуете себя маленькими и простыми в этих вещах. И Иисусу. Должны быть отважными и малыми цветочками делать свое приношение Церкви Иисусу. За настанок великих дела. Для того, чтобы совершились великие дела, не нужно приносить великие жертвы. И мале су довольны. Достаточны и важны. Thank you.
Gospa nas uči u svojoj poruci. Rodica nas uči u svojom poslanji. Naučite zahvaljivati u malim stvarima. Zblagodariti malih više. Zahvaljivati. Tak da možete blagodariti i za bolšije. Tako nas uči da je svetost plod malih otvaranja velikoj i neizmjernoj Božjoj ljubavi. Tak uči nas privaca bezmjernoj Božjoj ljubavi. Ja želim da svatko od vas, hoću, чтобы каждый из вас своими малыми воздержаниями помог себе и мне. Да вас, чтобы я могла вас вести, чтобы вы изо дня в день становились ближе к святости. Kao što veliki ratovi nastaju malim ratom. Podobno tomu, kak bajšije vojni vaznikaju tih malih vojn, takže veliki vojni možno i prekratiti malinkimi djestvami, molitvom, postom i prašenjem. Iz malih čina, iz malih djestvi, вырастают большие проекты. Наравно. Конечно, только лишь, если мы верим, что для Бога нет ничего невозможного. И с опрощением. Также и с прощением. Учись. Надо прощать. Не крупных, серьезных несправедливостях. Не гоних, повседневных мелочах. I molitva srcem, srcem, činjenjem malih koraka. Savršaja malinke šagi, šak za šak.
u sakristiji iza vanjskog oltara. Presti David Karadža koji se izgubio. Karadža koji potjerao se, prosim, Maru Pilić. Po njega u sakristiju. Sakristiju za vnješnje. Draga djeco, дорогие дети, и сегодня я вас призываю в свою жизнь с любовью, да вас могу водить с любовью, светить мне, чтобы я могла вас вести с любовью. Дорогие дети, и сегодня я побуждаю вас посвятить себя моему сердцу и сердцу моего Сына Иисуса. Только так вы будете каждый день все больше моими, и будете вдохновлять друг друга на святость. Так радость воцарится в ваших сердцах, и вы будете вести мир и любовь. Послушаемся сейчас нашей матери и посвятим себя ее сердцу. Пусть каждый в своем сердце повторяет слова молитвы посвящения. Открой свое сердце и посвяти его своей небесной Матери Марии. Mario, Pia, Mater mojego Spasitelja i moja Mater, Tebi danas Tebie сегодня я с любовью передаю свою жизнь.
Как Иисус, умирая на кресте, передал Тебя Иоанну и сказал, «Се Матерь Твоя», так и я сейчас, как Иоанн, принимаю Тебя своей Матерью. Марио, Мария, Ты си от сада, с этого момента, подобно Иоанну, я предаю себя Тебе. Прими меня к себе. Себе. Не желим идти хочу сам, идти по жизни, не в детстве, но с Тобой. Хочу любить Иисуса, как любила Его Ты, Матерь. С Тобой, желим с тобой я хочу учиться и вслушиваться и вершить Негову волю. Слово и совершать Его волю. Марио, с Тобой желим с Тобой я хочу учиться любить всех людей, как своих братьев и сестер, потому что все Твои. Посвящаю себя Тебе, чтобы моя молитва была молитвой сердца, которую я обрету мир, любовь и силу к примирению. Тебе, возлюбленная Матерь, я предаю свое прошлое, настоящее и будущее, все свои способности и дары. Хочу рядом с Тобою расти, подобно тому, как рос Иисус. Посвящаю Тебе, Матерь, и свою семью, всех своих друзей, всех, с кем живу и работаю, всех людей в этом мире, даже и тех, кто мне дорог. Хвала Ты, что дарю Тебя, что Ты ведешь меня к Своему Сыну Иисусу, который есть путь, истина и жизнь.